Хилься, кто может хилить. Сейчас сдох. Лапасос, ты здесь? Верни Машу, Маша танкадру. Ладжидан встал. Слышно меня? Угу. Лови. Виби здесь. Одного обфиряй. О, да, правильно. Другого забивайте. Смотрите, после с них этот, как уже. А, ты шамаху взял? Ага, вижу. Вышли, вышли с лужи, отбежали, бегом, Дима, выходи. Лужа спадет со временем. Также готовьтесь перебегать, отводи обратно. Отлично, вышли сложим. Масс рез, давайте. Суманите шамаху. Опа, наверное, в ГБ. Удачно и лутанул. Пуг с нами или еще нету? Нету пуга. Короче, я ролю, если что, кидану ТБ. Там уже все проли. Миша. Миша про. Обмен медвею кидаю. Вороночку на базу. Так. Надо сейчас поднять. Всех подняли, бафаемся сразу. Булок, да. Турбо дай булок, пожалуйста. Не торопимся. Штруделей наберите. По череп, череп, крест. Пошли. Куда вы торопитесь? Залетели. На пол даете на турбойс, ой, блять, на микстурку или пана, по черепу сыграли. Аккуратно. Так, следим за гол. Моб идет. Пробегаем быстрее. Пробегаем быстро. Тотем убирай. Так, первый с проската, потом ведьм. Череп, кресло, на, пошли. Лошара упал. Ха-ха.
Ну, Роги, на пол жестко на танках даем. В танке, что ты кидаешься с рук. План. Что я еще добираю? Так, стоять. Бой начинается, колосос. Колосос. Колос где-то идет. Вижу, где. Короче, где-то в текстурах. Череп, крест. Череп тяните. Пока он дойдет, мы успеем еще убить. На пул даем. Вон колос идет. Дима, хватай колоса. Сыграем сначала по трэшу. По кресту, ну по кресту играем. Агро. Все по кресту. Так, ретриковскую ауру вырубаю, чтобы пихали эти хер. Сначала по маленьким. Аккуратненько хватайте. Перед лицом большого не стоит, очень нахуй. Мелких снесите, потом большого. Мелкий заведился, страшно. Отлично. Убивайте потом большого. Аккуратно, с них также полезут лучше. Играйте по черепу. Слишком далеко. Нужно подойти поближе. Вы уже вышли сразу. Чуть кай большая. Налили, да. Также служили, вышли всеми лишними порезали. Банку помутали, отлично. Уже. Дима, следующий ловим. Поворачиваем. Потом очищение. Я пока не могу использовать его способности.
комнате, чистим всех. Приоритет это маги пустот. Турба, ну попробуй ядовитый щит забрать с моба. Теперь скажи, ядом бьешь сверху? Меня не отображается. Маг пустоты. По магу играем. Обоих похватали, по черепу играем. На базу. Ой, по привычке. Рядом. Так, давай справа начнем. Кричи. Справа. У нас один ЛФГ. Блин, подожди, у нас один ЛФГшник, не того сразу. Нету у нас ЛФГшник. У нас нету ЛФГ, у нас все сбит. А, пардон, тогда если сролил, отдам. Ты хочешь сюрикен за КП забрать? Сюрикен на базу. Наступил быстрее. Тотем слили. Яд заберите. Неплохой такой сюрикен. Потом по истечению рейда посмотрим. Если два упадет, вот отдашь. Или продашь. Нет, приоритетом убивание. Давайте помогу. Чисто. Яд снимите. Тотем. Кстати, Тём, на 40% топят апули у крестов. Что? Короче, стакало до 60% увеличение урона от критических до. Теперь на 100%. А смысл? Нахуя не апают? Ну, видишь, короче, некоторые классы слишком были завышены, а некоторые классы вообще не ДПСили в Т5, а другие классы так среднячком. Вот приз был среднячком в Т5. Интересно, хоть на одного паладина с Т5 посмотрит. Паладин будет рейд бафать на 12% ДПС. На Т5 это вообще жопа. Да не, он только себя бафает, не? Нет. Нет, там написано, короче, то, что увеличим. Помагу, переключились, помагу играем. Рубанул, попробую забрать. Это 4, ты 5? Да я у всех забираю, не парься. Так я не живу, если. 4, ты 5 репахать? Да, 4. Что вообще с хпалами туго? Чистим, чистим. Вот это вот. Да, правильно. Конечно, что нет. Сейчас у всех гильдии РТ в это время. Помогу, переключились по черепу быстро.
Яд, забери турбо. Дальше полному. Так, лесы. Пошли, помогаем дальше. Чистим. Так, после этого пан. В этого в ДД. Так, перекурили пока 5 минут. Ну, можно карочку взять. Просто закрыть слот. Но без хвала. Нет, хуйня. Ну, потеете. Молодец. На его поняла. У меня бессрочная лицензия на производство булок от Антониза. С подписью Медива или Катгар. Так. Если Диму поставить туда, ну вот танку туда. Надо поблять. Йо. Ладно, чё, смотри. Калас перекур один хрен есть. Будем так закрывать пол гильдии. Не придумал. Прессу поглядим. Так, Дима, ты здесь одного? Тут еще нет. Дим. Да, да. Короче, смотри, тактика на него. Мы сейчас убиваем трех этих. Ребят, сильно не вливайтесь.
То есть я сейчас расставлю меточки. Череп, крест, потом без метки будем лупить. Строгит на тебя напулит. Дальше. На боссе, когда тех трех убьем, на нем таунты не пашут. То есть набираешь какого? Обычными ударами, то есть толпыхами сразу херач. Ну я на себя кину истерию, да и наберу. Соответственно, дальше, слушай. В этой форме, обычной, не в форме демона, он будет делать вихрь. Вихрь по рандомным людям. Соответственно, агро там не набирается. После окончания вихря у него сбрасывается агро. Тебе надо сразу же ЛПХами начинать, ну, набирать агро. Иначе просто кто-то шутнет. Соответственно, далее. Фаза демона. Стоишь в мили-зоне и пинаешь его. Также набираешь агро ЛПХами. На фазе демонов, ну там, это я для остального рейда еще повторю, кто не был. Просто набираешь агро. Если ты будешь там впереди, можешь отойти, чтоб не стакалось. А так забей хер. У нас должно и так прокатить. Дальше, соответственно, также фаза этот, как начинается обычная. Ты просто этот, как он. Ну, соответственно, все то же самое до того, как он разделится там на 15% или 30%, хуй, помню. Соответственно, ловишь обычную форму на другую форму, убиваешь вик на форму демона, и все. Мы бьем обычную форму. Че за спел? Нормально, че? Слушайте. Перерыв сейчас заканчивается, к звезде обмены даем, выдам этот пласки. И, мне что, сапрот или не? Не надо. Бизнес не нужен сапрот. Ну я там можем, я могу дать. А зачем тут сапрот, если он физикой бьет? Демон бьет магией. Блять, херню он бьет. Ну, я же говорил, на БК раньше было, нужно было меняться. Это не БК. Ну, это не БК, не спорю. Мастер, он настакивает дебаф от, на урон от огненной магии. Здравствуй. Здравствуй, можно просто от танка отбежать. Артём. Оу. Можно тезис на, в двух словах, тактос для хила? Сейчас на этого босса все хорошо. Успокойся. Сейчас я выдам флацки с припотами, потом объясню тактику. Она не сложена. Так, загреб. Шкаф поставьте. Загребущий. Да, шкаф. Ставьте порталы. Точнее, локи. И смотрим. Загребущий тебе припот какой? Дикой или хасты? Хасту. Так, кому еще? Шума. Тебе дико или хасту? Так, Джованни. Тебе хаста. Дальше. Думчик, тебе дикой? Так мы тут сапроты пьем или на СПД? Обычно, обычно. Нигде тут я не видел, чтобы нужны были сапроты, просто в крайнем. Так, царь. Сейчас сразу. Вот это от души. Так, дальше. Дикой. Дальше давайте отдаем очки, получаем масочки. Так. Еще кому надо? Еще кому на фласке припот и даем? Как был. Рыбы или? Нет рыбы. Честер Ник сменил, серьезно? Да. Сейчас рыбу еще заново поставлю.
Так. Еще кому надо? Даем обмен быстрее только, ребят. Тянем время. Все получили? Надеюсь, все рыбу поели. Рыбу я поставил. Баф дали, соответственно. Далее. На боссе тактика. Босс активируется только после убийства этих трех печенегов. Соответственно, бьем череп, потом крест, потом бессмертие. Далее. Босс активируется. У него две формы. Первая форма это как обычная, соответственно, когда он там человек. Ребят, сначала не вливаемся, даем. То есть Эльрей, Миша Про, с вас сразу же. Далее, ребятки, на пол в микстурку один будет танк. Дальше, соответственно, у босса на этой фазе будет только одна способность. Это вихрь клинков. Он будет к рандомному человеку чажиться и крутиться. Точнее, прыгать от одного до другого человека. Вы за это не бойтесь, это должно прохиливаться хилами. Это стоим на месте. Дальше, после вихря, Миша, Про, Эльрей, сразу же на полную микстурку. Оставляйте второй на пул, а после вихря. Или рассчитывайте на пулы, чтобы после вихря сразу микстурку отдать. Потому что агро после вихря у него сбрасывает. Далее. Соответственно, как его? Будет превращаться в форму демона после истечения скольки-то времени. Истечения времени будет превращаться в форму демона. В форме демона стоим на метах, на пул также. Роги отдаем микстурку, стоим, убьем босса. На стаке забиваем фиг. Далее превращается также в обычную форму. Так будет или до 30%, или до 15%. Он будет превращаться из формы в форму. Соответственно, на форме демона он будет просто кастовать огненный шар. Кто будет вблизи с танком, будет настакиваться дебаф на увеличение дамага от огня. Соответственно, каждый стак будет повышаться по вам урон. Это ничего сложного, это также прохиливается. Дальше. На 30 или на 15% он разделяется. Будет обычная форма и будет форма демона. Мы играем в обычную форму. Микстурка ловит обычную форму, соответственно, роги напуливаем. На форму демона мы забиваем фиг. Надеюсь, понятно. Тактика на босса, это все. Я дам от огня, шредер сосредоточения. Фласки пропили, чек на готовность. И да, ребят, по Т5 буду отдавать по приоритету. Приоритет выберу сам. Т5 одна стоит 1200. Так, все готовы? Счет на пол. Играем по черепу. Ренжу наберите, это дехило. Прохиливаем рейд. Быстро. По кресту. Агро. Готовься босс ловить, он сразу активируется, лови. На пул, на микстурку дали. Вихрь клинков, не боимся. Бьем просто. На хил рейда, Дима, прожимку дай. Агро. На пол. Танк упал. Танк не упал. Капан не танк. Тамана бафнули. Форма демона, агро. На пол давай, Миша, про на микс тут. БР пока что вставляем.
Так, будет появляться мобы. На кого бьет моб, убиваем. Приоритет мобы. Без разницы, хил вы или этот, как его, ДДшник. Или мобов. У них не столько много хп, чтобы их не сливать. На форме демона, да, будет еще появляться моб. Я по турбу сальву дал, не беспокойся. Так, форма демона через 2 секунды закончится. На пулю или на микстурку, быстро. Дим, прожимка есть? Там, 30 секунд. Прожимки нет. Вихрь, 3 секунды. Пилим. Набирай агро. Турбо стопнись. На пул даем. Забываем, я говорил. Форма демона, готовимся. Готовимся этот, как его? Убивать мобов. Трейдер по турбойсу сальву дай. Шепот. Били мобов. Отходи от босса подальше, Никстурк. Нормально. Он не особо дамажит. Набирай агро. Этот сак спадет, все равно надо форму. Успокойся, нет, так. Готовимся хилот похиливать. На вихре дашь прожим. Пристам каску обновить, пожалуйста. Вихрь, давай. Три секунды до конца вихря. Секунда. Набирай. Инерция. На пол дали. Мопасот залей. Вижу. На него когда? Юки когда? Ну только дро, только нет когда. Форма демона. Набирай игру. Только дро ману залей по шансу. Уже. Молодец. Под турбе дайте сальву, пожалуйста. Монотайт пошел. Что-то на 20%. Дим на ману пропойте. Готовимся убивать мобов. Били мобов. Мобов убили. Быстрее. Готовь сейчас. Царь тебя моб бьет. Царь. Готовься обычную форму. Беспокойся, стоим или боюсь. Бьет нас. Убирай игру. На пол далем. Или на 20%. 15. Не знаю, сейчас посмотрим. Чтобы знать точно. Микстурка, если что, то все сразу набирать. Прожимка у тебя есть, если что? 20. Вихрь. 15. Прохил рейда. Жесткий прохил. На 15. Отлично. Набирай. Есть. Как разделиться, прожимку даешь? Разделяется. Сейчас этот как его дашь? Как активируется? Давай прожимку сразу. Тюма. А. Шо, уже прожимка пошла. Нормально. Для отраса бьем слепца. Обычную форму. Геру дали.
Вихрь пошел. На хил рейда. 2 секунды до окончания вихря. Набирай игру. Набирай. 8% добили. Дал мастера урод огня. Вихрь. Добивайте, босс. Вихрь закончится через секунду. Набирай игру. Набирай, набирай, набирай. Порезали. 5 минут пояс. Порезали. Так. Один разбойник шаман. Пояс. Пояс на танк. Я только на грид нажал, давайте за 10%. 50. На, пан. 30. Давай его. Там не только пана. Ну, мне показывал только пан. Так, воин, жрец, рыцарь смерти. А, так. Я знаю. Друиды могут сканировать. У Джованни там, по-моему, одна шмотка была. И это ему бисовая. У него донатная шмотка одна должна была. Хлопните, пожалуйста. Не, у меня нету, я задонил уже штриню. Так, как его? По воин, жрец, рыцарь смерти, друид. У тебя чё нон с этом? Перчи? У кого? Лу, ты тут? Нет, блядь. А. Б. У тебя нонсет какой будет в ВДК? Ещё даже не это, не родил. Блядь. Лучше бы Чувану отдали, у него есть ноги. И у Джованни шмотка есть. Да нету, я же триню задонил, говорю. А, у тебя ж было одно. Так, ну, у лопососа будет 2, да? Да, да, лучше Чувану. Лучше друлю. Пусть прирост будет. Хорошо. Давай, вот я тоже не знаю, нахуя лоу печенька, если он не дамажит. Но я адеката сменю по-любому. Так, паладин, разбойник, шаман. Заберу. О, сразу Чуван апнет, посмотрим, что даст. Мидвейт, у тебя ж нету, да? Перчатка как раз. Это у него вторая. А кто был вторым танком? Или только один танк был? Я был одним танком. Мидвейт себе забирай, если у тебя нету. Как раз второй кусок будет. Блять. Кому я дал? Ладно, давай сюда. А это второй уже на ретрика кусок? Да. Мисклик сделал. Давай сюда. Чулана засумоните, подождите пока. Я тебе камень доставлю и зачарю, подождите секунду. Давайте подождем. Медвей, ты тоже или ты танки будешь? Хилы. Я сейчас танки буду. Давайте хилы хильте. А чё танковские куски на протополоне? Там, блин, турбо, я... забери, пожалуйста. Ну, прирост ДП агронабора только. Это еще раны светлой магии. Вплоть до 18. Забери опять. Ты можешь быть, блядь, первым по ДПСу. Ебать.
Назад отходите. Так. Маг есть? Нет. По волноступу играем. Волноступу играем. Так, ну. Давайте. Чулан. Пошли бить. Потом поставим еще один шкаф и этот, как вот поним. Ничего сложного. Как сделаешь, скажешь. Тотемы не забываем снять. Все время был без фласки. Ёбаный в рот. Бомж нахуй. Диспельните яд. Да, нормально. Шредер не в курсе, что у нас дают так шмотки. Не по пайрону. Я же предупредил по... Нету шмоток, нет. Так. Не было его в прошлый раз. Рейнджу набираем. Сейчас будет правый, агри право. На этих можем вайпаться. Так что, если что, отворачиваю. Надо, подводи сюда, отворачивай трейдер. Еще подводить? Да, я думаю, да. Рейнджу набрали. Прожим куда? Да. Отвожу еще моба, смотрите. Отживание принабрали. На следующем касте милишники могут, дай тоже... милишники могут отойти, чтоб не сдыхать. РДД хилы набрали рейндж. Шансунг, дай гим на хп. Уже давал. Царь, дай гим на хп. Ебать, у него рейндж большой. Нинджу наберите, потому что болезнь стакается. Сейчас здесь к друг другу не подходим, ребят. Волкрус слишком маленький рейндж набрал. Маш, подхиливай. Там посмотри по рейнджу. Подхиливай микстурку, иначе хватит. А то. Задумчик, посмотри, там место, если есть, иди дымаш. Давай, 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 шуруй. Какой нахуй малой волной исцеления, Фафнирский, ты что, прикалываешь? Появились мобы? Нет, никого. Ну, срез дайте. Где наша травка? Тебя суммонить?
Он скажет, когда его засудят. Можно. Ну вот, чё, кстати, шкаф. Нормальный, говорит, шкаф. Ждал, пока умрет. Кликайте. Кликайте кто-то. Так, давайте. Матуму рис, блин. Ну, а греть следующего? Нет. Сейчас повесят, пробафаем. Смонили лапсос? Так, ходи, не сейчас подойдет. Всех остальных бафнули. Так, стой, стой, аккуратно. Сейчас подойдет тут. Да ну, каски дайте. Каски, сразу же раздавай. Дживса здесь вам поставил, почините сразу, наберите все регов. Да хренищу. Также на диваны набирай регов. Что здесь этот. Отлично. Череп один загрели? Отлично. Заводи сюда и отводи. Сейчас посмотрим, что он делает. Все, разворачивай. Ренджу пока словили. Что ты делаешь, тварь? Это тот, который бьет больно. Так, это все, нормально, бьем. Бьем, бьем, бьем все. Смотрите, у него трэш полезет. Вроде как. Отлично. Так. Или стой. Как пойдет. Давай, давай, отошли. Забирай сразу. Забирай, забирай, забирай. Отошли. Ренджу набрали сразу. Милишники отошли от него. Дима, прожимку. Нету прожимки, Тёма. Тот сдох, тот сдох. Блять, второго. Ну я ж сказал отойти. Ребят, блять, чё непонятного? Второго в контроль можно дать? По черепу играйте. Тотемы очищения. Поставили шамана? Ему сложило. Лапосос живи. Умирать быстрее будет. Ребят, не надо туда близко идти. Эти большие с напрягом очень бьются. Не надо далеко убегать, ребят. За вами все равно прибегут. Тёма, ты читал ПМ? Прочитаю сейчас. Да, шуруй. Кого поднялось, остальных резаем так. Приоритет сначала хилов.
Повесли, пришли сюда. Чтобы поели. Милишники, может нахрен отсюда выйти. Остается где-то 5 хилов. И этот, как его? Несколько РДД, будете дупличес. Отпились. Дим, готовься хватать. Хватай, хватай, хватай. По магу играем. Все по магу. И вот тотем еще для того. Тотем в текстурах вроде. Да и хрен ты. Сейчас это волноступ земля и все. Проблем пришли. Волна по волноступу дальше. Яд диспелили. Стой, стой. Давай пока левую зацепим. Дима, Дима, отбегай. Отходи, отходи, отходи. Лови. По магу играем. На пол дали. Играем по магу пустоты. По черепу играем. Все по черепу. Дальше по волноступу. Бежали, 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 бежали. Дим, лужу разливай. Поди еще заагришь этого. По магу играем. Че? Я чищу комнату, чтобы там распределиться. По волноступу. Так, что там, справа чисто. Агри, сюда заводи его, Дим, сюда, сюда, сюда. По черепу играем. Бьем, бьем. Прохил танк. Слева моб идет, РДД. Можешь его забанить или фернуть? Ребята дуплятся просто, да, и смотрят. Да, ну, Геру давай.
Череп долейте. Микстурку главное прохильте. Ты еще жив? Я, да. БР есть? Лови мобов. Дум, иди сюда. Сюда, Дум. Ферни его. Ферни за контроль. Мелких слили. Лопасос, БР не Машу. Да беги, я пока миксурку хилю. В заражение снимите, и оно бить не будет. Царь, сними заражение с меня. Ты понимаешь, что оно обновляется? У но тебя как-то... есть, которая на время кидается. Я на тебя кинул ее уже. Прохиливайте Димку. Остальных старайтесь прохилить. Добивайте. Но тотем может с нескольких снять, понимаешь? Ну, соответственно, скиллов. Я понимаю, что на 2 секунды этот висит. Но этот как его? Но в разное время. Тикает. Ну, рейд ложится, он же пашет на пать. Забывай. Дима, прожимайся. Да, у меня хватает прожимок. Дай прожимку на всех. Вышли. Служи, вышли. Успели. Отлично. Масс-лес давайте. Остальных леса. Остался два зеленых еще, блять. Побафались. Убивайтесь пока что. Так, шкаф поставьте. Убивайте шарды на вытяг. Чалец. Пришел сам. Череп лови. Я вытяну. Давай, давай. Череп играем.
Ты че, вихрь дал? Да, дал вихрь. Волномута без пальцев. Знаете, по приоритет маг, потом волномут. Итак, мне пишут гильдии Holy Fall 265, вторая карта, ЦЛК 25, оп, не закрыт, за закрыт онлайн, нет стабильный. Ну, как и вся гильда, в принципе, нестабильная. Видимо, и чё. Когда будет, тогда будет. Агри, щитоносцы. Мастер, смотри, я сегодня с утра одного брал, я просто как бы разговаривал с Войдом, но на следующей неделе как бы ему в приоритете закрыть за, и ЦЛК 25, тоже 260-й там холипал. Ну там, смотрите сами. У меня просто не будет... Мы его не сагрим, а, ребят? Нормально, добиваем. Щитоносцы добиваем, и этого колоса нежить агрим. Агри. Сейчас смотрим, что он делает. Разворачивай сразу. Бьем. Ламут. Беспалевый.